Никол Пашинян и Эммануэль Макрон провели встречу в Великобритании. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бленхеймском дворце встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Собеседники обсудили вопросы повестки, касающиеся многосекторного сотрудничества между Арменией и Францией. Был упомянут мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Были подчеркнуты усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. Собеседники обменялись идеями по развитию сотрудничества Армения-Европейский Союз.